Вот, мы на пляже не ездили ни разу на моей тачечке моей. Давайте сделаем вид внешний, поменяем. Возьмем чувака. А давай так вот, хаотично. Раз, два, три. Не, давай еще раз. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Только что был прикольный, слушай. Вот так мы его сейчас и оденем, как он был сделан. Не-не-не, вот так вот. А что у нас со шляпой, со шляпой, со шляпой? Вот так вот отлично. Вот так. Или вот так. О, вот так еще прикольно. Дед Морозик. Ну, поехали. Поехали, Дед Мороз. Так, а мы здесь ни разу не ездили. Поэтому будем собирать еще и монетки. И, ой, не монетки, а эти звездочки. Ну, замечательно. Сейчас попробуем, постараемся проехать как можно дальше. Не разбиться, главное. И по возможности будем собирать все монетки. Так, даю там бонусные монеты. 110 монет. О, вот это вот место опасное! Разбился я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, сделаем повтор. Давай прокачаем движитель. Все, поехали. Так, движок прокачан, не знаю как. Может быть, это будет и хуже. В плане, что мы можем переворачиваться. Надо было колеса прокачивать, наверное. Ладно. О, обещаю прокачать эту тачку еще лучше. Сегодня. Не получится. Но если получится, то будем прокачивать. Как тебе шляпа моя, снеговика? Ну, что-то посерьезнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Главное, воду вот не упасть. Иначе оттуда потом не выедешь. Не выедешь. Ну все, рекорд побили. А, только начали играть. Так, есть сундук первого уровня. Теперь нам нужно побольше сундучков открыть. Взять как максимально побольше. Потому что побольше сундуков возьмем и побольше денег нам за это заплатят. Да, ребята, а вы как знаете, что у меня... Я еще только начинающий играть в Kill Team Racing, но играю уже месяца три. Вот. И денег, конечно же... Не хватает для прокачки тачек, а тачек прокачивать нужно много мне. Да. Открыл я все тачки. Поэтому денег, как вы сами знаете, очень много уходит на прокачку машинок. Еще пока максимально даже я ничего не прокачал, ни одну машинку. Представляешь? Ну, приближается у меня раллийная машина. На максималочку. Но надо будет движок купить, 100 тысяч стоит. Еще так 5 раз, представляешь? 500 тысяч надо мне монет, чтобы... Ой, прокачать полностью максимально двигатель только для раллийной тачки. Поэтому денег много не бывает, будем зарабатывать. Будем ездить и зарабатывать монет. О, смотри, как здесь опасно. Такая глубокая, не знаю, озеро или что это, лужа, как сказать назад. Явно это не море, хотя мы играем на пляже. Тут есть море или океан. Интересно, наверное, океан все-таки. Такое море. О, давай. Выехали, хорошо. И поехали вперед. Да, движок. Чувствуется, что они немножко прокачаны. Это не особо чувствуется, по правде. Давай. Ну, как бы едем. Так, все, бензинчик взяли, а у нас четвертый сундук. И едем дать на пятый. Пятый сундучок возьмем. А здесь надо было ускоряться. Почему медленно я поехал? Ладно. Главное еще башкой нигде не задеть. Не сломать себе голову. Во, смотри. Потихонечку еще и монетки мы собираем.
4000 монет уже есть. Так, ну все, бензин начал мигать. О, я прям втику-втику приезжаю к этому бензинчику. Это хорошо. Вот и пятый сундучок. Спасибо. Так, это тут надо бы перепрыгнуть все. Оп-оп-оп, давай-давай. Ах, в воду упали. Я не знаю, выберусь ли я отсюда или нет. Давай-давай-давай-давай-давай. О, едем. Главное ехать. Да, я не знаю, что было бы, если бы я движок-то не прокачал машинку. Да, опять бензин заканчивается. Ну что ты будешь делать? Так, хорошо. Так, высоко, однако, здесь. Да, если бы я движок не прокачал бы, я бы уже не доехал. Вот здесь я, видишь, не могу доехать. Так, а ну-ка. Давай, поехали еще раз, проверим, попробуем. О, забрались. Но проблема в том, что у нас опять-таки закончивается бензин. Мы здесь не доедем, все. Приехали, я даже пытаться даже не буду. Ну что ж, ладно. Так, заплатили нам 3000 монет. Мало, мало, мало 3000 монет. Ну что ж. Поехали в сельскую гоночку. На нашем турбомашинке. А давайте подвеску прокачаем. И поехали. На монстр траке. Да. Монстр трак я недавно прокачал. Чуть-чуть его. Поэтому. Он у нас вообще был такой плохой, что не ездил никуда. А сейчас уже, ну, более-менее так. Что-то получше, конечно. А, ну, конечно же, прокачивать надо дальше его. Так, есть сундучок первого уровня. Плохо, что нам не предложили рекламу на первом сундуке. Потому что мы хорошенечко так все равно пятого, да, или четвертого уровня мы поднимали. Да. Так вот, как всегда. А возьмешь первого уровня, так рекламу посмотришь, там совсем мало дадут денег. 2500. В лучшем случае. В лучшем случае. Да. Да, деньги зарабатываешь, потому что сразу же тратишь на какие-то машинки. Машинок много. Может быть, чисто одну машинку прокачать. Знаешь, вот взять. Вот я прокачиваю сегодня, например, Monster Truck. И в течение месяца я его прокачиваю. Вот. В течение месяца я его прокачаю. А потом в течение месяца другую машинку прокачивать. Но это не факт, что ты в течение месяца прокачаешь эту машину. Не факт. Ну сколько ты можешь за неделю заработать монет? Ну, 100 тысяч как минимум, да? За неделю ты 100 тысяч заработаешь, даже больше. За 4 недели ты заработаешь 400 тысяч. Ну, давай умножим на 2. 800 тысяч. Ну вот, а движок стоит на 15 уровне как минимум 100 тысяч. Вот 500 тысяч, если не больше, потому что он увеличивается с каждым уровнем двигатель по цене. Ух ты, смотри, у нас уже рекорд. Мы рекорд побили на нашем мастер-траке. Да, прокачка машинки дает то, что мы потихонечку на уровнях улучшаем свои показатели. Ну вот, например, мастер-трак, да? Чуть-чуть улучшил, и вот уже я проехал больше, чем раньше. Получаю звездочки. Ага. Звездочки нам могут дать открыть новые трассы. Опа, 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 аккуратно. Вот здесь вот я уже все, наверное, скажу. Багги проехал, а я не знаю. Все, не хватает мощности. Даже я попробую как-нибудь. Не-не-не-не. Ну, давай, давай, может быть, вы... Нет. Все, приехали, ладно.
разбились. О, а здесь дается рекламочка.